Спасибо, Татьяна. Спасибо большое. Спасибо за хорошее представление. Хотел бы для начала поблагодарить и Татьяну, и Галину Просперита за честь выступить в рамках фестиваля «Весна. Время расцвета и пробуждения». Для меня это очень важная площадка. Вот. Поэтому рад видеть всех, кто сегодня пришел на занятия. Спасибо большое, Зина. Ну, сказала уже о моих регалиях Татьяна. Сегодня я расскажу, как я дошел, в общем-то, до жизни такой, почему я стал вести занятия по улучшению зрения, хотя, в общем-то, всю сознательную жизнь так или иначе я этим занимаюсь. Вот. И давайте, собственно говоря, перейдем сразу же уже к делу, так сказать, к нашему телу перейдем. Сегодня мы с вами несколько правил изучим, которые помогут вашим глазам. И вот правило номер один гласит, что глаза любят, когда их готовят к предстоящей зрительной работе. Ну, такого же нет, что... Ну, вот представьте, вы, не знаю, там проснулись и сразу на улицу пошли, все, голыми. Нет, такого же нет. Оделись. Кушать надо сесть. На стол не сводилось и сразу начали черпать что ли из кастрюли. Ну надо же там за стол оформить, налить, красить, звать, кушать. А вот с глазами мы не так действуем. Глаза мы как утром включили. Так, давайте-ка целый день работайте. И еще вечером сериальчик посмотрите. А еще потом я сяду, посмотрю в смартфоне, что у меня там происходит. Да? Уже глаза болят, слезятся, кричат о помощи. А мы, да и ладно. Посплю, отдохнут. Так вот, сейчас мы с вами будем действовать по-другому. Мы будем глаза к предстоящей зрительной работе готовить. И особенно сейчас. Вот я нахожусь сейчас физически в городе Кострома. Приехал тут провести пару очных групп. Вот, и провожу вот вебинары сейчас. И вас хочу спросить, вы-то в каких городах-то у меня находитесь? Вы, дорогие гости, напишите в чат, вы из каких городов. Вот у нас здесь московская зона, уже 18:39. Да. Позади, сколько прошло, да, днем занимались, сегодня с дочерью азбуку учил целый день, играл с ней, дома строил. Вебинар уже сегодня успел провести. Вот. Пишите, из каких вы городов, чтобы я знал, какие у вас часовые пояса. Виктория из Химок, молодец. То есть тоже часовая зона. Видите, сколько уже времени прошло. Азиза из Казахстана. С Казахстана. С Казахстана. Ну там, по-моему, московское время. Калининград. Мила Калининград. Отлично. Там еще светло, наверное. Видите, да? А кто-то уже наверняка у нас с востока, да? Уже темно, уже давным-давно. Вот поэтому давайте научимся глазки готовить к зрительной работе. Казалось бы, раз глаза работают на свету, да, то в темноте глаза должны отдохнуть. Ну, это так и есть. В темноте глаза отдыхают. Вопрос, как нам эту темноту создать? Я вот людей спрашиваю на занятия, ко мне приходят. Ну, в анкете заполняют. Как вы своим глазам помогаете? Пишут. Я на работе закрываю глаза, когда глаза устают. И давайте мы с вами посмотрим, насколько это эффективная мера. Закроем глаза и посмотрим, наступила ли полная темнота. Так, молодцы, глазки откройте. Поставьте в чат плюсики, у кого наступила полная темнота. И минусик, у кого не наступила полная темнота. У кого закрытыми глазами наступила полная темнота, плюсик. А у кого все равно какой-то свет проникает, и полной темноты нет, минусик.
У Людмилы плюсик, а у Валентины минусик. Но на самом деле, конечно, если в комнате затемнено, то может быть и полная темнота будет. Да? Но, как правило, все равно темнота не полная. Все равно свет у вас наверняка горит там, да, от экрана идет какой-то свет. И тонкая кожица наших век, она слишком мала, чтобы задержать поток света. Вот. Поэтому глаза необходимо закрывать ладонями. Ладонями. Метод называется пальминг. По-русски оладонивание. Да вот, многие, когда слышат про пальминг, говорят, ой, пальминг, я слышал 100 раз пальминг, значит, там и, ну, короче, и книги читал про пальминг, и видео смотрел какие-то про пальминг. Но, вы знаете, я вот сколько занятий провел, а я провел несколько сотен занятий. Я на 375-й группе кончил считать. Ну, то есть где-то, может быть, уже под 500. Знаете, на каждой группе-то человека беру, вытаскиваю, спрашиваю, кто умеет делать пальминг? Ну-ка, руку поднимите. Ну, и там человек найдется, поднимет руку. Я говорю, ну-ка, давай, показывай, как делать пальминг. Вы знаете, я пару раз всего был удовлетворен тем, что я увидел. Потому что люди считают, что пальминг делать, и сижу там, непонятно, что делаю. Это не пальминг. Мы сейчас с вами научимся делать пальминг правильно. И давайте начнем с ошибок, которые люди обычно допускают. Вот первая ошибка. Закрывают глаза не ладонями, а пальцами. Вот, что я ладони экономлю, там пускай на щеках лежат. Пальцами. Видите, вот так делают. Так в пальцах-то ни темноты нет, ни теплоты нет. Поэтому пальцами не делаем. Это неправильный способ. Дальше посмотрите. Вот эта вот привычка делать пальминг и значит, локти в воздухе висят. Дорогие мои, зачем держать локти? Вы их поставьте на столик перед собой. Или на коленки. Или что-нибудь сейчас, если на коленки нагибаться. Тяжело бывает, живот мешает, да? На коленке. Ну, может положить какое-нибудь одеяло положить или подушку плотно, чтобы на нее поставить. Почему не надо делать на весу? Тут напряжение возникает в руках. Мы же хотим глаза расслабить. Зачем это напряжение? Оно нам совсем не нужно. Вот. Поэтому это второе. Третье. Вот посмотрите, мужчина в правом нижнем углу. Мало того, что делает пальминг стоя. Мужчина, вы зачем стоя делаете пальминг? Непонятно. Стал что-то. Так кроме этого, у него еще, посмотрите, голова туда закинута. Назад. Это ошибка. Когда мы голову назад закидываем, то у нас пережимаются сосуды позвоночных артерий. И голодание начинается. Кислород. Поэтому так не надо делать пальцы. И вот так тоже не надо. Вот так. Вот так делаю. Наоборот. Подбородок к груди прижимаю. А как надо делать? Она так, чтобы голова и спина были в одной плоскости. Вот таким вот образом делать пальминг безопасно. Поэтому возвращаемся к предыдущему слайду. И давайте глазки наши подготовим. Значит, ручки потрите. Ручки потрите. Сейчас я вместе с вами сделаю. Музыку найду. Ручки потерли, тепло почувствовали. Тепло почувствовали. Крест-накрест скрестили пальчики. Всю эту конструкцию поставили на переносицу. Глазки закрыли. Ладошками глазки закрыли. Сами по себе закрыли. Поставили удобно ноги. Ставили удобно ноги. Поставили удобно руки. Челюсти расслаблены. Пускай ваша челюсть отвиснет. Вас сейчас никто не видит. А челюстной спазм очень сильный, поэтому расслабьте челюсть. Мышцы живота расслабьте. Выпустите живот, у кого есть. Дыхание. Дыхание ровное и свободное.
подключаемся к ритму своего дыхания. Для этого на вдохе говорим про себя: мои глаза. А на выдохе расслабляются. На вдохе мои глаза, а на выдохе расслабляются. Сделайте длинный выдох. Почувствуйте, что каждый выдох связан с расслаблением. С каждым выдохом расслабляются мышцы тела. И мышцы глаз. Почувствуйте, что на выдохе воздух более теплый, чем на вдохе. Представьте, что этот теплый воздух каким-то удивительным образом на выдохе проходит через ваши глазницы, обогревая глазное дно и окологлазные мышцы. Представьте, как они от этого расслабляются, становятся эластичными. Глазное дно напитывается свежей кровью и обновляется. А сейчас обратите внимание на фон перед глазами. Глаза закрыты ладонями, еще сами по себе закрыты, а фон тоже неравномерно черный. Видны какие-то световые пятна, сполохи, профили. О чем это говорит? Это говорит о том, что наши зрительные центры в затылочной части мозга возбуждены. Это также мешает нам видеть, как шум в ушах мешает слышать. Для того, чтобы избавиться от этого возбуждения, мы будем вспоминать предметы черного цвета. Именно воспоминания черного цвета помогают расслабить зрительные центры. Черный зонт, мокрый от дождя. Черная клякса на белой бумаге. Черная пианино. Черные клавиши у этого пианино рядом с белыми клавишами. Черные шахматные фигуры на доске. Черная кошка. Черное женское вечернее платье. Черная свежевыкрашенная ограда на набережной. Представьте, что маляр ее красит. У него банка с черной краской. И он вначале размешивает эту краску, а потом накладывает ее. Черные бархатные шторы. Планетарии
или в музее. Молодцы. Снова отследили фон перед глазами. Показателем того, что глазки отдохнули, является равномерно черный фон перед глазами. Если глаза не видят черный фон, значит надо делать пальмы дольше и чаще. Молодцы. А сейчас глазки остаются закрытыми. Мы аккуратно отнимаем ладони от глаз. Глазки остаются закрытыми. Аккуратно отнимаем ладони от глаз. Головой покачиваем влево и вправо. Опускаем голову вниз и поднимаем вперед. Вниз и вперед. Круговые движения подбородочком в одну сторону. Мягкие движения в другую сторону. И после этого глазками мягко-мягко моргаем, как крыльями бабочек. Делаем несколько вдохов и выдохов. Ждем, пока глазки привыкнут к свету. И поставьте чат плюсики, у кого глазкам понравилось то, что мы делали. Поставьте плюсики и восклицательные знаки, у кого не только глазкам понравилось, глаза отдохнули, но и стало более ярким ощущение, стало более четким после упражнения ощущение в глазках. Поставьте плюсики, кому понравилось упражнение, у кого глазки отдохнули. И поставьте плюсики, восклицательные знаки, у кого глазки стали видеть более четко. Спасибо, Виктория, спасибо, Азиза. Остальные. Сегодня мы с вами будем много беседовать, поэтому давайте ручки разрабатывайте. Вот. Монолога у меня нету, мы с вами будем общаться очень много. Людмила, спасибо. Надежда, глаза прислала. Спасибо большое. Ну, отлично. Давайте немножечко об истории метода Афонина Новиковой. Во-первых, этап метод Бейтса. Многие из вас слышали про метод Бейтса. Уильям Горацио Бейтс жил в начале прошлого века в Америке. Вот, умер в 30-м году, уже давно умер, в 31-м, по-моему. А в чем суть метода Бейтса, да, то есть его описание? Он, метод Уильям Бейтса, он в первую очередь посмотрел на, впервые вообще из всех врачей посмотрел на живой глаз, как он работает. Определил, что, значит, глазу нужно расслабление, нужны небольшие тренировки. Но в чем суть? Почему этот метод был когда-то очень эффективен, а сейчас он менее эффективен и более того даже опасен для глаз. Потому что люди, которые во времена Бейтса к нему приходили на его консультации, это мало того, что было было время, когда еще там компьютеров не было, телевидения еще там не было. Неграмотны были в основном эти люди. Еще электрическое освещение тоже было далеко не у всех. Вот. Поэтому в то время как бы, да, этого хватало зачастую для того, чтобы добиться очень выдающихся результатов. Сейчас же люди слышат Бейтс, о, упражнение, о, давай-ка я начну делать упражнение, и начинают упражнение нам, да-да-да-да-да. А что от этого происходит с глазами? Глаза начинают болеть и видеть только хуже. Вот так вот. Да, в России этот метод не признан. Никто его не проверял. Второй метод Бейтса Шичко. Создал его, значит, не Бейтса, не Шичко. Создал его Афонин Игорь Николаевич. Ярким представителем работы по этому методу является Жданов Владимир Георгиевич. Вот проводит эти занятия.
Ну, с учетом, Игорь Николаевич Афонин, он сам столкнулся в свое время с резким падением зрения еще в начале 60-х годов. Там еще за 30 лет до Ждана, что называется, да? Вот. И ему, собственно говоря, поставили ему инвалидность по зрению, у него было зрение минус 10, катаракта на глазах. И ему сказали, в общем-то, учить Брайля, вот эту азбуку для слепых, пока еще хоть что-то видит. Но Игорь Николаевич это не устроило, он, собственно говоря, нашел где-то самиздатовскую книгу Бейтса и стал заниматься. И смог себе зрение улучшить, восстановить. Кстати, обратите внимание, те, у кого большие очень диопты. Вот. И после этого он педагог, он заслуженный педагог России, у него возникла мысль поделиться этим опытом с другими людьми. А так как он был лектором в обществе здорового образа жизни, оптималист, то там была методика Шишко для избавления алкоголепиющих от алкоголя зависимости. И он вот эти два метода совместил, и, так сказать, вот эта вот методика вышла в массы. Да, то есть много людей стали не только там метод Бейтса изучать, но еще с помощью дневника отчета работали с вредными для глаз привычки. Ну тоже эта методика официально она не признана, никто ее не проверял. Да, есть какие-то нестойкие улучшения. Ко мне люди приходят, постоянно у меня вопросы какие-то есть, занимались по каким-то методам. Ну, пишут, ну да, Жданова смотрели лекции. Ну, там люди жалуются, что в основном водки. Это водка, 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 водка. Ну, господи, ну, конечно, водку нельзя, наверное, пить, но там 4 упражнения и водка, что ее нельзя пить. Громоздкий дневник отчет. 40 вопросов. Каждый день надо ответить. Сами вы не позанимаетесь. Нужен кто-то, кто бы с вами работал. Поэтому занятия ведутся в клубах. То, что вы там видео смотрите с упражнениями, это даже не метод Бейтса Шишко, это просто видеозаписи некоторые. Вот. И очень много опасных для глаз рекомендаций. Еще раз говорю, никто этот метод извращений не смотрел. Это просто набор полезных советов. Вот. Жданов он там ну, небольшую дальнозоркость себе вылечил и значит, сейчас до сих пор этим гордится. А Игорь Николаевич Фонин, он дальше не стоял на месте. Следующим этапом была эта встреча с врачом Новиковой Надеждой Викторовной. Она мало того, что это, как вы поняли, моя мама. Вот. Мало того, что она врач, она тоже восстановила себе зрение с минус 6,5 диоптрий до единицы. Тоже с помощью метода Бейтса еще своего. Вот. И ну, так как он преподавал занятия, он сам понимал, что ну, невозможно. Люди приходят там с различными заболеваниями глаз. А если люди там начнут зрение терять или начнут там. Ну, как бы это все очень и очень, еще раз говорю, это все из очень такой большой подполы, вот, и, как говорится, все это несерьезно. Поэтому впервые именно Надежда Викторовна, как врач, проанализировала этот метод, убрала все оттуда, вот это вот, всех этих червей там дождевых, там, с уксусом, которые нам в глаза капают, господи. Вот, во-первых, вот это вот, чистка произошла. Во-вторых, был сделан упор на устранение причин падения зрения. Ну да, можно там улучшить зрение, потренировать, но проблема же не в том, что его нельзя там улучшить. Проблема в том, что у людей зрение потом опять падает дальше. Вот кто же, я занимался упражнением, у меня зрение улучшилось, потом опять упало. Упражнение это чушь, пойду очки одену. Вот я их ношу, у меня зрение тоже падает. Ну, вроде врач сказал. Вот. Поэтому подход устранения причин и не упражнения для глаз, а подражание нормально видящим глазам в процессе зрительной работы. Потому что люди начинают делать упражнения. Но это же как этот самый, как говорится, заставит дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Это именно из этой же серии. Поэтому лучше не надо. И самое главное, устранение основной причины снижения зрения – это психологической причины низкого зрения. Вот. Потому что в этом корень. И вот эта методика как раз вместе, Игорь Николаевич как педагог, Надежда Викторовна как врач, методика была апробирована, была проведена экспертиза, 2 года изучали врачи, офтальмологи. Мерили зрение до занятий, после занятий, смотрели глазное дно, смотрели все данные.
через 2 недели, через месяц, через 3 месяца, через полгода человека вызывали, его мерили зрение, смотрели, как сохраняется эта эффективность или нет. 200 человек было исследовано подобным образом, в течение 2 лет это все исследовалось. И действительно обнаружили эффект, который был признан изобретением. Российская Федерация признала это изобретением. Поэтому не какие-то там полезные советы из книжки. И я тоже, скажем так, вот сейчас я про себя расскажу, да. В общем-то, когда Надежда Викторовна начала зрение восстанавливать, я был ребенком еще 12-летним. Вот. Вот, пожалуйста, здесь. Это у меня третий брат, когда родился. Вот у меня в центре моя мама. Надежда Викторовна всегда ходила в роговых очках. Была такой женщиной полной. Это вот ей было 32 года. А вот тут посмотрите ей, значит, вот в центре она сидит в зеленом. Вот это как раз момент, когда они с Игорем Николаевичем методику оформляли уже в патент. Это была встреча Союза борьбы за народную трезвость. Вот там вот с этой. Ну, видите, ее, в общем-то, за мою принимали подругу. Тогда и не только тогда принимали, но и вот это вот уже 46 лет она проводила занятия. Всего 65 городов было, мы провели занятия. Вот я только лично провел около 40 городов. И, ну, началось с того, что, условно говоря, подносил там куда-то раздаточный материал. Включал-выключал свет. Ставил там эти столы и стулья. Потом уже я закончил университет. Значит, стал организовывать там аренду снимать, рекламу давать, с какими-то там налоги ходил, платил. Вот потом, значит, еще подрос, стал по городам ездить, организовывать занятия, проведения в других городах. Вот за это время выучился уже сам на психолога, и Надежда Викторовна стала мне доверять какие-то проводить занятия. Ну, курс длинный там. Паш, проведи там эту группу, ну, эту тему. Вот, я вот стал проводить занятия. И вот только в 2000 году, то есть это вот 15 лет назад, ну, там, да, в 2000 году сам стал проводить занятия. И за это время тоже объездил около 40 городов, был в ближнем зарубежье, очень много работал. Вот провожу занятия с тех пор, этим занимаюсь. Значит, что я привнес в курс? Я привнес в курс то, что, во-первых, я выучился на профессионального онлайн-консультанта. То есть курс всегда существовал в очном варианте. Вот сейчас вот эти же технологии мы используем в интернет проведении занятий. И выучился на специальную методику психологического тестирования. Потому что я как бы с вами лично не общаюсь, только если мы индивидуально не занимаемся. И благодаря методикам, которые существуют, я об этом буду рассказывать, значит, сейчас курс стал именно вебинаром, интернет-курсом. Благодаря этому расширилась география, да, проведения. Вот сейчас мне тут набрали группу там в Костроме, ну, я еще 45 городов. Я уже в последнее время просто не езжу так активно, мне надоело. Вот. Чем вот мы, видите, сколько у нас стран здесь, я вижу. Это удобно для всех. Кто согласен, поставьте плюсики. Это удобно заниматься в виде вебинара. Вот. Что и подтверждается уже неоднократно. Где-то я уже провел вебинарских групп около 20. То есть я вот не полный год провожу эти занятия. И результаты, они тоже, самое главное, сохраняются. Молодцы. Правило номер 2. Глазки любят наши небольшие паузы во время зрительной работы. Как сделать паузу? Мы с вами сделаем массаж глаз. Но напрямую-то мы окологлазные мышцы не помассируем, они же у нас в глазницах. Что делать? А на наше счастье лицевые мышцы и окологлазные мышцы, они связаны друг с другом. Поэтому мы будем массировать лицевые мышцы методом покалачивания. Ну и это же передается на лицевые мышцы. Поэтому, кстати, гримасничание, изображение себя руководителя серьезного или показывание лицом, как ты меня обидел, дорогой, да, или там, или дорогая, что ты наделала. Ты, ну, да, вот эти вот, когда гримасы все время в жизни присутствуют,
И мы то детям показываем, то подчиненным, то сослуживцам, то кого-то презираем, соседей своих ходим и смотрим их из-под лобья, какие здесь, да. Это все тоже влияет на зрение. Потому что напряжение лиц, мышц лица очень сильно передаются на глазки. Поэтому будьте всегда улыбчивы и расслаблены. Начнем мы с вами с нижней части глазницы. Глазки закрываем и нижнюю часть глазницы поколачиваем на грани боли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вслух проговариваем цифры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Верхняя часть щеки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Вслух проговариваем обязательно цифры. Височки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Лоб. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Височки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Верхняя часть щеки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Нижняя часть глазница. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Сверху вниз пальчики стекают, как струйки по лицу. Глазки закрыты. Ощущаем только тяжесть наших пальчиков. Сверху вниз мягкие движения. Ощущаем только тяжесть наших пальчиков. Снизу вверх мягкие движения, приподнимаем бровь. Снизу вверх мягкие движения, приподнимаем бровь. Двумя пальчиками вот переносится к височкам, глазное яблочко массируем. Двумя пальчиками от переносится к височкам, глазное яблочко массируем. Молодцы, глазки закрыты. Головой покачали влево и вправо. Вниз и вперед. Круговые движения подбородочка в одну сторону. Мягкие движения в другую сторону. И снова глазками мягко-мягко моргаем. Дожидаемся, пока глазки привыкнут к свету. Делаем несколько вдохов и выдохов. Умница. Поставьте снова чат плюсики. Кому было приятно делать массаж глаз. Вот посмотрите, пальминг мы делали, ну что там, 9 минут. Совсем чуть-чуть. И какой эффект, да, как глазкам приятно. Вот сейчас помассировали, ну сколько мы, 2 минуты делали, да. И что это, да, как говорится, совсем небольшая процедура. На нее не нужно какое-то время, на нее не нужно что-то там, да. А глазкам смотреть, как приятно. А и глаза наши это любят. Спасибо, Роза, спасибо, Азиза, остальные что? Давайте все ставьте плюсики в чат, потому что сейчас мы с вами будем работать вместе. И вот напишите мне для начала, что у вас вообще со зрением. Близорукость, дальнозоркость, астигматизм, начинающийся катаракта или катаракта, глаукома. Пишите в чат, чтобы мне понимать, о чем занятие, как построить. У кого нормальное зрение, пиши нормально. Ко мне на занятия очень много людей приходит с так называемым нормальным зрением. Сегодня тоже об этом поговорим. Роза, близорукость и астигматизм. Виктория, астигматизм. Тамара, катаракта. Людмила, близорукость. Так, ну, чтобы вы знали, минусовое зрение – это близорукость, когда очки минусовые. Плюсовые очки – это дальнозоркость. Близорукость. Так, хорошо. Значит, кому помогут занятия по улучшению зрения? Помогут тем, у кого есть близорукость, дальнозоркость, астигматизм, косоглазие, пресбиопия, начинающаяся катаракта, повышенное внутриглазное давление, амблиопия. Тем, кто работает с компьютерами, мониторами, осветительными приборами, микроскопами в темных помещениях, водителям, военным, пилотам, всем, кому нужно медкомиссию проходить. И также учащимся студентам и взрослым с нормальным зрением. У кого какие-то посложнее, да, там дегенерация, сетчатка, еще что-то, я в конце занятия отвечу. Хорошо, следующий вопрос. А зачем вам отличное зрение?
Вот не зачем в принципе оно нужно, а зачем вам конкретно? Ну вот сходили вы ко мне на занятия, я вам улучшил зрение, восстановил вам зрение, хоть и без очков. Очки выбросили, ну все видно хорошо, нитку в иголку вдеваете. На машине ездите без очков. И зачем вам хорошее зрение? Роза пишет, чтобы быть здоровой и счастливой. Отлично. Еще. Это не просто вопрос. Понимаете, на курсе мы бывает выходим из зоны комфорта, делаем что-то по-новому, и нам нужно иметь ответ, для чего мы это делаем. Поэтому ответьте мне, зачем вам отличное зрение? Давайте посмотрим, какие настоящие причины, о чем иногда даже и говорить-то бывает человеку страшно. Во-первых, для того, чтобы просто не стать слепым. Дальнейшее снижение зрения, оно к чему приводит? Человек вроде ходил в очках, менял там больше, 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 больше. А потом наступает момент, когда зрение это заканчивается. 80% слепоты это отслойка сетчатки. Это близорукие. А так вроде, ну что, минусовые очки там что-то подумаешь. А в один прекрасный. Причем не обязательно там иметь минус 10 диоптрий. Да? И не быть обузой близким. Подумайте, да? Сколько это стоит не быть обузой близким? Особенно в том случае, еще когда человек уже и зарабатывать-то не может, когда он ничего не видит. Чтобы избежать тотального слабовидения и зависимости от очков и врачей. Я огромное количество людей вижу, даже вот так встречаюсь там в поликлиниках. Ну уже там очки, не очки, там уже ничего там уже не помогает. Кроме моих курсов. Я человек всегда зову. И постоянно слышу одну и ту же фразу. Как жаль, что я раньше к вам не пришла. Иногда люди плачут даже, когда говорят это. Следующее, что продолжать заниматься профессиональной деятельностью и хобби. Ну да, очень много профессий, где нужно там иметь определенные диоптрии и все. Вот. Все, да? Военные, органы МВД, водители, летчики. Таких людей тоже очень много приходит, потому что для них это реальный шанс без операции зрение улучшить. Чтобы сэкономить огромную сумму денег, лечение стоит очень дорого, курс стоит примерно как одна оправа очков. Вот. Это помогает сэкономить. Дальше будет хуже. Цены будут только расти. Чтобы сохранить свою жизнь, повысить самооценку и качество жизни. Это то, о чем он как раз пишет. Молодцы. Следующий вопрос я вам задам такой. А что такое зрение? Вот не конкретно, что такое зрение. Не слово из шести букв. Да, что такое зрение? Мы же курс улучшения зрения называется. Да, что мы с вами улучшать-то будем? Напишите мне чат. Что бы вы хотели улучшить? У меня дочка сейчас подрастает и задает очень много неожиданных вопросов. Почему пакет шуршит? Да? А вот я вам тоже такой задаю простой, казалось бы, вопрос. Но ответ прошу, вот как вы думаете, как на духу? Что такое зрение? А то, может, я одно буду вам улучшать, а вы совсем другое ждете-то. Напишите. Это нам с вами нужно обязательно говорить на одном
языке, да? Чтобы понимать друг друга. Поэтому значение всех слов мы с вами будем, ну, всех для нас значимых слов, будем обязательно прояснять, что это такое. Тамара пишет, полноценная жизнь, разозрение, способность хорошо видеть. Умница. Да, что ж, это же просто. Так вот, зрение – это способность, действительно, дистанционно различать различные свойства удаленных предметов. Ну, удаленных, приближенных предметов. Форма предметов, размер предмета, цвет предмета, расстояние между предметами, движется он или нет. Вот эту вот способность можно измерить. И мы на занятиях с вами научимся ее измерять. Для того, чтобы мы могли четко видеть, как наши действия приводят к улучшениям нашего зрения. И патент, изобретение, да, которое создано, оно называется способ повышения различительной способности зрительного анализатора. То есть способ повышения остроты зрения. Хорошо. Спасибо вам. А следующий вопрос задам. А что такое близорукость, дальнозоркость, астигматизм? Что это за напасть? Ну-ка, напишите мне. Что это такое? Близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Ну как это все можно одним словом, может быть, описать? Почему глаза-то не видят вблизи, вдали? Что вы об этом думаете? Я вам сейчас свое мнение расскажу. Роза выкрутилась. Близорукость, способность видеть на близком расстоянии лучше, чем вдали. Умница, Роза. 5. Но все-таки что это такое-то? В целом. Я, вы знаете, задаю этот вопрос вам не случайно. Дело в том, что препятствием для восстановления зрения вот, из многолетнего опыта своего является ведь не то, что зрение нельзя улучшить, а являются наши с вами собственные блоки, наши собственные страхи. И вот один из них, один из самых важных этих блоков, он гласит, что близорукость, дальнозоркость, стигматизм и все остальное, это болезни глаз. Да, кто со мной согласен, ключик поставь, кто это слышал, что болезнь глаз. Чтобы заболели же глаза. Врач же сказал, сидел в кабинете, он одел халат, да, вон сидит медсестра с ним в очках. Раз врач сказал, значит болезнь. И когда я в анкетах читаю, да, вот мне девушка пишет, допустим, у меня серьезная хроническая неизлечимая болезнь глаз, прогрессирующая болезнь глаз. Ну, раз не лечится, так она и неизлечимая, да? Прогрессирующая неизлечимая болезнь. Вот какой монстр у нас в голове, да? А тут какой-то Павел Викторович пришел нас тут учить. У нас тут монстр, вон, неизлечимая болезнь. Вот, да? А тут какой-то этот самый. Спасибо, Виктория, спасибо, Роза. Сейчас мы с вами посмотрим, так это или нет. Молодцы. Какое лечение вам врачи-то предлагают от ваших болезней-то? Страшные. Близорукости и дальнозоркости. Напишите мне. И напишите, помогло вам или нет. Чем лечили-то? Пишите, пишите. Раз есть болезнь, должна быть лечение. Чем странная болезнь, да? Болезнь есть, а больничные не дают. Очки прописывали, Роза пишет. Молодец. Ну что, помогли? Ну, вопрос риторический, конечно, да? Поэтому и неизлечимая болезнь, потому что ничего не помогает.
Молодцы. Хорошо, а вы мне напишите, вы-то считаете, что ваши глаза больны? Вы-то считаете, что ваши глаза больны? Не врачи, а вы. Да, поставьте, считаете, нет, не считаете. Я не буду вам двойки ставить. Просто напишите, считаете ли вы или нет. Запишите все болезни в голове. Да, считаю. Ну, да, я, понимаешь, как бы сказать, это же не для того, чтобы вас в чем-то уличить, а для того, чтобы разобраться нам с вами в этом, да, вопросе. Считаю, что глаз больны. Давайте посмотрим в учебник глазных болезней. Пускай он нам прояснит этот вопрос. Что это за болезнь за такая? Близорукость и дальнозоркость. А перед этим снова вспоминаем правило номер два, что глаза наши любят небольшие паузы во время зрительной работы. И следующая пауза, она будет связана у нас с морганием. С морганием. Так. Когда глазки моргают, ни лоб не участвует, ни щеки, просто глазки моргают. И вначале сериями по 5 раз. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Молодцы. А сейчас немножечко разнообразим, еще движение добавим. Посмотрели на правое плечо, моргнули. Посмотрели на левое плечо, моргнули. Посмотрели на правое плечо, моргнули. Посмотрели на левое плечо, моргнули. Посмотрели на правое плечо, моргнули. Посмотрели на левое плечо, моргнули. Посмотрели на правый локоток, моргнули. Посмотрели на левый локоток, моргнули. Посмотрели на правый локоток, моргнули. Посмотрели на левый локоток, моргнули. Посмотрели на правый локоток, моргнули. Посмотрели на левый локоток, моргнули. Молодцы. Посмотрели на правую пятку, моргнули. Посмотрели на левую пятку, моргнули. Посмотрели на правую пятку, моргнули. Посмотрели на левую пятку, моргнули. Посмотрели на правую пятку, моргнули. Посмотрели на левую пятку, моргнули. Молодцы. Глазки мягко поморгали. Так. Снова помассируем глазки сверху вниз, мягкие движения. Ощущаем только тяжесть наших пальчиков. Сверху вниз, мягкие движения. Снизу вверх, мягкие движения. Приподнимаем бровь. Двумя пальчиками от переносицы к височкам глазное яблочко массируем. Двумя пальчиками от переносицы к височкам глазное яблочко массируем. Двумя пальчиками от височков к переносице глазное яблочко массируем. Головой покачали влево и вправо. Вниз и вперед. Круговые движения подбородочком в одну сторону. Мягкие движения в другую сторону. Глазки мягко поморгали. И давайте заглянем в учебник глазных болезней. И что мы там видим? В главе, которая описывает строение глаза, мы читаем миопия, близорукость, сильная рефракция, при которой характерно плохое зрение вдаль. Гиперметропия или дальнозоркость является слабым видом рефракции. Да, слабый вид рефракции. То есть близорукость сильный вид рефракции, а дальнозоркость слабый вид рефракции. Может, рефракция это болезнь? Давайте посмотрим в большой энциклопедический словарь. Рефракция глаза. Оптическая установка глаза при покое аккомодации. Различают три ее вида. Нормальная аккомодация, дальнозоркость и близорукость. Ну. И что? Что такое очки? Давайте посмотрим. Очки это простейший прибор для коррекции оптических дефектов зрения. Бинокль. Оптический прибор для рассматривания удаленных предметов. Да, то есть почему-то про бинокль никто не говорит, что смотрите в бинокль и вы научитесь видеть вдали. А про очки говорят. Вот. А что написано в учебнике «Глазные болезни» о болезни глаз? Что к ним относится? К ним относится повреждение глазного яблока и его придаточного аппарата. Воспалительные заболевания, опухоли и токсические повреждения. Орбиты, век, конъюнктивы, сетчатки, сосудистого тракта, склера, хрусталика и зрительного нерва.
Вот такие вот болезни, как увит, катаракта, глаукома, кератит, конъюнктивит, эритроцитит, дегенерация сетчатки, макулодистрофия. Вот дальше содержание можно посмотреть, да? Заболевания орбиты, заболевания век, болезни слезных органов, заболевания конъюнктивы, опухоли конъюнктивы. Что там у нас? Глаукома, ретинопатия, заболевания хрусталика, атрофия зрительного нерва, ранения, ожоги, косоглазие. Это болезни глаз. А теперь посмотрите, в чате напишите, у вас эти заболевания есть. Да? 80% из вас этого нет. Более того, я призываю вас, посмотрите, что вам пишут врачи-то в результатах осмотра вашего глаза. Ну вот, типичный у меня здесь, нашел, сфотографировал. Вот зрение минус 3,25, правый глаз минус 3,25, левый глаз. Читаем. Подвижность глазных яблок в полном объеме, веки спокойные, хрусталик прозрачный, глазное дно без особенностей, сетчатка растянута, калибр артерий не изменен, вены несколько расширены, местами сосуды пересекают друг друга, роговица прозрачная, радужка спокойная, стекловидное тело без выраженных помутнений, конъюнктива спокойная, болезнь с перепальпацией отсутствует. И чё? Чё лечить-то? Чё лечить-то? Все прозрачно, все здорово, все без особенностей. Если у вас зрение не упало от того, что у вас было там повреждение зрительного нерва, там опухоль или инсульт, или травма головы, ну так это означает, что ваши глаза органически совершенно здоровы. А откуда взялась-то вот эта история, что они больны-то у вас? Взялось это вот зрение единица, у меня зрение единица, или не, у меня не единица, то есть я больной. 1800, это тоже из этой же книги. В 1860 году Дондерс предложил считать единицей измерения остроты зрения угол в 1 градус. И дальше пишет, что под нормальной остротой зрения понимается способность глаза различать раздельно две светящиеся точки под углом зрения в 1 градус. А теперь скажите мне, какого хрена в 1 градус это здоровый глаз, а не в 1 градус это нездоровый глаз? Почему? Это вдруг стало иметь отношение к здоровью, а не к это геометрия, это не здоровье. У нас у каждого есть свои особенности. И когда человек приходит, ему, ой, у вас полдиоптрии, носите очки, человек начинает, хотя не нужны ему эти очки 100 лет. Нет, носите, не будете носить, ослепните. У ребенка чуть ухудшилось, носите очки, не носите, будете ослепните. Вот это вот делается специально с целью. Это выдумка. Выдумка, которая приносит колоссальные прибыли компаниям и ангажированным им врачей. 50 миллиардов евро только в Европе. Это бизнес на очках, на операциях, на каплях и на всем остальном, приборах там каких-то. Поэтому что мы сейчас с вами должны сделать? Первый шаг к восстановлению зрения. Он должен состоять не в том, что вы, он должен состоять в том, что вы должны принять свое зрение таким, какое вы видите. Да, вы много лет носили очки и сковеркали свое зрение именно очками. Ну и своим поведением, конечно. Об этом мы будем говорить дальше. Но тем не менее. Значительная доля здесь лежит вот этой вот безумной практике всем прописывать очки и так далее. Поэтому скажите сейчас вслух фразу «Я принимаю свое зрение таким, какое оно есть». И поставьте мне в чат плюс. Я принимаю свое зрение таким, какое оно есть. Так, Виктория, спасибо, Роза. А остальные? А что остальные? Вы что, обижены на свое зрение? Я знаю, что это трудно сказать. Трудно принять. Подумайте над этим. Это тоже один из блоков, который мешает вам зрение свое восстановить. То, что
Если вы думаете, что идти восстанавливать зрение нужно из ненависти к своим глазам, или там из ненависти к компаниям, которые изуродовали вам зрение, или что это на? Это нет, это не работает. Это не работает, это временный эффект. Работает только любовь. Поэтому трудно. Молодцы, спасибо. Вита, Азиза, Татьяна, Тамара, любовь, Вера, умницы. Умницы. И следующую фразу скажите. Я обещаю себе заботиться о своих глазах. Я обещаю себе заботиться о своих глазах. Вот что нужно глазам. Ни очки, ни приборы электрические, ни уколы там им надо вставлять, ни операции на них надо делать, а забота им нужна. Забота. А как это сделать в такой гонке? Правило номер 3, которое я вам дам, и дам вам рекомендацию, и дам вам задание, это то, что глаза любят смотреть на мир без оружия. Вы забыли об этом, вы приучали долго глаза свои к очкам. А глаза, и страшно, врачи внушили, что не будешь носить очки, ослепнешь, хуже зрение будет, поэтому вот, только вот очки снимет человек, и уже хочет опять ходить. А когда не носит, прям чувство вины, что вот, блин, очки-то вот, не ношу как-то. Вроде как вот это самое, накажут меня за это. Вот так это неправильно. Везде, где можете, именно везде, где можете, где глаза могут без них обойтись, снимайте очки и ходите без них. Мой метод предполагает постепенный отказ от очков. Мы живем в социуме, ездим на машинах, работаем на работах, поэтому никаких резких шагов. Но начать следует вот с этих вот небольших шажков. Когда кушаете без очков, когда по телефону с кем-то разговариваете без очков, когда гуляете по знакомой местности без очков, когда слушаете телевизор, там дебаты идут президента, вы эти лица-то уже видели 100 раз. Снимите очки, слушайте. Понятно, да? Близоруким не нужны очки при небольших диоптриях, при ощущении близи. Все близорукие сидят в очках, по бухгалтера, близоруки все в очках сидят. Смысл? Снимите. Вот. Дальнозорки в этом смысле, они, конечно, более последовательны. Так вот, почему, если глаза здоровы, они не различают то, что мне нужно и как мне это нужно? Дело в том, что нормально видящий глаз, глаз, который ощущает и близ, и дали, он имеет навык ощущения и дали, и близи. Зрение – это навык. Навык. Вблизи еще это навык ощущения близи. Вдали еще это навык ощущения дали. Только и всего. Нормальный видящий глаз, у него два этих навыка есть. Когда я вблизи смотрю, когда я в смартфон сижу, смотрю, что у меня там новости пришли, а у меня ребенок на велосипеде едет. Так я не вижу, куда у меня ребенок-то едет на велосипеде. Потому что я в смартфон смотрю, я в этот момент близорукий. Я не вижу одновременно и смартфон, и дальше, что там происходит за ним. Не могу видеть. Глаз в этот момент близорукий. Если я смотрю так, куда ребенок поехал на велосипеде, я не могу в это же время смартфона читать. Потому что глаз в этот момент дальнозоркий. Так вот, нормальный видящий глаз, он то близорукий, то близорукий, то близорукий, то близорукий, то близорукий, то близорукий. И целый день то близорукий, то близорукий, близорукий. Он колышется, вибрирует, пульсирует, совершает произвольные движения. У него диапазон вот этого навыка, он широк. Он может и так сплясать. Понимаете? Вот. И чечетку может, и танго сплясать вам. А когда у вас близорукость, это не значит, что вы заболели близорукостью. Это просто навык ощущения дали. У вас уменьшился этот навык. Причины, по которым он уменьшился, мы на занятиях подробно разберем. Самая важная причина – это психологическая причина. Сейчас у современного человека это основная причина снижения зрения. То же самое дальнозоркий глаз. Ну, ваш глаз это как балерина, понимаете, красиво, она красиво танцевала, она выступала в балете, а вы ее взяли и сослали в этот самый, в каменоломню, дали кайло и сказали, вот тебе отчеты, давай отчеты, 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 отчеты. Вот балерина этим кайлом эту стену рубила, рубила эту гору. И как вы думаете, стала она после этого танцевать так же?
Или рана стала по-другому танцевать, да? Надо ли ее лечить, вопрос. Да? Нет, лечить ее как раз не надо. Что нужно глазкам дать? Изменения дать нашим глазкам. Давайте дадим им изменения. В природе много изменений, а у нас мало изменений. Зачем такой навык обширный? Не нужен такой обширный навык. Вот зрение падает. Небольшое упражнение. Поставьте локоточек правой руки на кулачок левой. Смотрите себе на ладошку. Приближаем и отдаляем ладошку от глаз. Ближе ладошка, дальше. Раз, два. Ближе, дальше. Раз, два. Мягкие движения. Раз, два. Глазками моргаем. Раз, два. Ближе ладошка. Дальше. Раз, два. Плавно, без рывочков. Раз, два. Смотрим на ладошку. Не оцениваем. Раз, два. Ближе ладошка. Дальше. Раз, два. Молодцы. Глазик наш подготовили, разогрели. Сейчас ставим перед собой две ладошки. Одну на расстоянии 15 сантиметров от лица, другую на максимальное расстояние подвиньте, положите ее на стол или на колено. На вдохе близорукие смотрим вблизь на ладошку, на выдохе смотрим вдаль на ладошку. Дальнозоркие на вдохе смотрим вдаль на ладошку, на выдохе смотрим вблизь на ладошку. Глазками моргаем. Дыхание ровное и свободное. Близорукие на вдохе вблизь, на выдохе вдаль. Дальнозоркие на вдохе вдаль, на выдохе вблизь. Дыхание ровное и свободное. Специально дыхание не учащаем. Близорукие на вдохе вблизь, на выдохе вдаль. Дальнозоркие на вдохе вдаль, на выдохе вблизь. Молодцы. Заканчиваем эту фазу. И снова расслабляющая. Поставьте локоточек правой руки на кулачок левой. Приближаем и отдаляем ладошку от глаз. Ближе ладошка. Дальше. Раз. Два. Ближе. Дальше. Раз. Два. Глазками моргаем. Раз. Два. Ближе ладошка. Дальше. Раз, два. Плавно, без рывочка. Раз, два. Ближе ладошку. Дальше. Раз. Снова ручки потерли. Почувствуйте тепло между ладошек. Крест-накрест пальчики скрестите. Всю эту конструкцию поставьте к себе на переносицу. Поставьте удобно ноги. Поставьте удобно руки, челюсти расслаблены, мышцы живота расслаблены, дыхание ровное и свободное. И мы с вами мысленно перенесемся в тот период нашей жизни, когда зрение было отличным или максимально хорошим. Какой-то праздник, какое-то наше достижение, семейный отдых на природе. Или какая-то игра, которую мы играли. Вспомните, что видели глазки вблизи от вас. Что на вас было одето. Что вы держали в руках.
какие рядом с вами находились предметы, обстановка или какая-то природа, цветы, растения, водоем, деревья, люди. Вспомните, как глазки ощущали без усилий, без напряжения. Вспомните, что находилось подальше от вас и совсем далеко на горизонте. Какой-то городской пейзаж или деревья, или горы, или водная гладь. Многие любят вспоминать звездное небо и очень скучают по звездному небу, особенно близорукие. И на занятиях вы научитесь снова ощущать глазами звезды, Млечный Путь, видеть звезды, видеть Луну. Ощущать эту громаду, эту мощь Вселенной. И тоже вспомните, как глазки ощущали без усилий, без напряжения. Смотрели и видели. Вспомните звуки, которые вас окружали. Тихие звуки, громкие звуки. Шелест листьев. Шум воды. Может быть, чьи-то голоса, которые вас звали. Или шум горящих дров. Печки. А может быть, тишина? Вспомните запахи, связанные с этим воспоминанием. Запах цветов. Запах фруктов, запах какой-то пищи, которая готовилась в этот момент, запах хвои. Или запах прибоя. Вспомните тактильные ощущения, к чему вы прикасались, было вам прохладно или тепло, к чему прикасались ваши ноги, стояли вы босиком на какой-то поверхности, на песке, на камнях, на деревянном полу или в обуви. Вспомните вкусовые ощущения, пищу, которую вы вкушали, и напитки, которые пили. Почувствуйте, как меняется ваше внутреннее состояние. Как будто бы это событие происходит с вами здесь и сейчас. И появляется то же самое воодушевление, та же уверенность.
то же спокойствие, та же радость. Поймайте это ощущение. И вот с этим ощущением заканчиваем делать пальминг. Аккуратно отнимаем ладони от глаз. Глазки остаются закрытыми. Голову покачиваем влево и вправо. Вниз и вперед. Круговые движения подбородочком в одну сторону. Мягкие движения в другую сторону. Глазки мягко помогайте. И посмотрите на предметы на табличке. Табличку вас еще нет. Да, посмотрите, как краски ощущают на обои, на то, что вас окружает. Поставьте в чат плюсики, у кого глазки отдохнули. Тело отдохнуло. И восклицательные знаки, у кого зрение стало лучше. Бывает не намного на проблеск, на чуть-чуть, на ощущение. А бывает намного получше стало. Плюсики поставьте, у кого стало получше. Глазкам понравилось делать это расслабление. Вот. Так, спасибо вам большое. Умницы, умницы. Умницы. Так, ну давайте посмотрим с вами. Сниженное зрение, раз у нас это измененный психофизический навык, то что мы делаем, когда навык хотим получить? Хотим научиться произносить звуки, идем к логопеду. Хотим научиться танцевать, идем к хореографу. Да, хотим научиться ходить, идем к инструктору по физкультуре. Хотим, если научиться видеть, идем к специалисту по восстановлению зрительного навыка. И вот я вот сейчас вас приглашаю на курс улучшения зрения, который у меня состоится. Два варианта есть. Дело в том, что завтра у меня начинается улучшенный 7-дневный курс восстановления зрения. Спасибо всем, кто плюсики поставил и поделился. Значит, завтра начинаем и 5 марта, 8 марта перерыв, 12 заканчиваем. С 19 до 21 по Москве. Стоимость курса 5900. Льготы, ну это классика жанра, да, имеется в виду обычная стоимость. Пенсионерам, женщинам в декрете, учащимся, студентам 4900. И вот бонусы, обратите внимание на бонусы. Если вы оплачиваете в течение суток ближайших курс, причем у вас будет скидка 1000 рублей для всех, то есть 4900 полная стоимость, для льготников 3900 стоимость. И у вас еще будет бонусом консультация автора метода Новиковой Надежды Викторовны. Напоминаю вам, она врач, она восстановила себе зрение с минус 7 диоптрий, там 6,5. Она автор метода, у нее 25 лет стажа. У меня 15, на двоих у нас 40 лет. Так что мы не будем, с вами сделаем все как надо. Это, если вы в течение суток оплачиваете, и завтра уже идете на курс. Курс уже, группа уже сформирована. То есть это, как говорится, большая, хорошая группа, международная группа. Вот, будет очень нам интересно с вами заниматься, поэтому я вас зову. Это мартовская группа, но она вот так получилась. Теперь, если вам не подходит по графику, по, значит, часовому поясу, по вообще в группе не хочется заниматься, или, может быть, деньги, ну, сейчас вы не найдете, я вам предлагаю второй вариант, индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия. Я буду лично с вами работать. Вот. Значит, там у нас идут коучинговые сессии, там у нас идут записи, там у нас идут живое общение в скайпе. Если вы, значит, и выбираете индивидуальную работу, то при оплате до 8 марта, то есть я даю вам 3 дня, скидка 1000 рублей. Ну также вот, то есть 4900 полная стоимость, с льготником 3900. Этот вариант ничем не хуже, а чем-то даже и лучше.
Все-таки я работаю с вами под ваше конкретное расписание. И конкретно, как говорится, с вами работаю. Вот. Очный курс, отличная вещь. То есть занимаемся, все очень весело. Получаем хорошие результаты, все вместе. Получится у вас много друзей новых. И, ну, вместе интересно. Значит, какая программа курса? Первое. Анализ причин снижения зрения. Я вам провожу индивидуальное тестирование причин для снижения зрения через анкетирование и психологическое тестирование по методу СМИЛ. Это самый серьезный метод психологический, который сейчас есть. Результатом будет у вас индивидуальная программа снижения зрения. Регистрируйтесь, вот Татьяна пишет вам ссылочку. Значит, это анализ данных анкеты будет на нескольких страницах. И психологический тест, то есть это, скажем так, мои рекомендации, это еще 6-7 страниц. То есть это очень большая, серьезная работа. Второе, это методика улучшения зрения. Мы изучаем, собственно, методику глазных упражнений, изучаем, как использовать природные факторы восстановления зрения и еще метод Шиатсу. Результатом для вас будет улучшение зрения от 1 до 3 диоптрий. Этот результат подтвержден, он гарантирован выдачей патента, это государственная экспертиза, поэтому вы можете быть спокойным за это. Третье, что мы с вами изучаем, недостаточно разобраться в причинах улучшить зрение. Важно научиться приспосабливать зрение к любым неблагоприятным условиям в настоящем и будущем. Поэтому пошаговый метод избавления от отрицательных эмоций, выполнение зрительной работы в тренирующем режиме, и будем учиться, как очки использовать, чтобы они не мешали нам. Статистика результатов следующая. 52% улучшают зрение на 1 диоптрию, 27% улучшают зрение на 2 диоптрии, 15% улучшают зрение на 3 диоптрии. Так, вот еще раз патент. Поставьте циферку 1, 2 или 3. Какой вы хотите результат для себя? Поставьте циферку 1, 2 или 3. Первое – восстановить зрение. Второе – улучшить зрение от 1 до 3 диоптрий. И третье – сохранить имеющееся зрение. Александра, 1. Молодец. Еще ставьте. 1, циферка 2 или 3. Давайте посмотрим, какие отзывы у меня. Отзывов у меня около 300 на группе. Потом, когда пишете, можете почитать. Ну вот, самые типичные, я их так сильно не выбирал. Вот Вера Перелыгина, Петропавловск, Камчатки. Было зрение минус 6 и минус 7,25. Стало минус 6,25, минус 4,25. На 2 диоптрии. Один глаз на 1 диоптрию, другой глаз. Вот, значит, следующее, там, Вера Тарасенкова. На следующий день после начала курса я смогла снять очки на несколько часов. Еще через день я смогла работать без очков уже полный рабочий день. Ольга Захарина, очень много полезных результатов. Да. После четвертого занятия я сняла очки на работу и пришла без очков. Пожалуйста. У нее плюсы. Вот Федорович Кирьянов. Сменил очки с плюс 4 до плюс 1,5 глазам очень хорошо. Ну вот отзывы. То есть их очень много. Это какие-то самые типичные, такие обычные. Поэтому еще раз напоминаю. Два варианта. Завтра мы начинаем в 19:00. Присоединяйтесь к этой группе. В течение суток вам нужно оплатить стоимость курса 4 900 полная стоимость, 3 900 для льготников, пенсионеры, женщины в декрете, учащиеся студенты. Для них стоимость 3 900. И вы получаете консультацию автора метода Новиковой Надежды Викторовны. Это уникальное приложение, она уже давно не ведет занятия, я просто неподалеку будет, я с ней договорился. Именно специально для вас. Считайте это подарком вам на 8 марта, но тем, кто оплатит в течение суток. Второй вариант – индивидуальное занятие. Пожалуйста, оплачивать. До 8 марта у вас действует скидка 1000 рублей. Буду работать с вами. Потом будет какая-то группа в апреле, там, на следующее. Ну, присоединитесь к апрельской группе, для вас тоже это будет бесплатно. Позанимайтесь еще и в очной группе. То есть это не, значит, это так, такие условия. Еще один вопрос к вам задам. У кого у вас в семье зрение у кого-то снижено? Поставьте плюсики в чат, если вы хотели бы еще с кем-то из своей семьи поработать. У детей зрение снижено, у ваших там мужей, ну, кто с вами живет, у родителей. Ставьте плюсики. У кого тоже зрение снижено.
Ни у кого. У всех только вы одни. Хорошо. Ладно. Ну, на самом деле есть, если вам нужно будет, да, то есть, ну, спросите меня тогда об этом, это самое, как заниматься другим членом семьи. Еще я хотел бы сказать, почему именно сейчас. Дело в том, что вспомните, сколько вы свои глаза использовали, сколько ваши глаза болели, а вам хотелось посмотреть еще кино, сколько ваши глаза болели и уже слезились, а вам надо было работу выполнять, сколько вы хотели спать, а вы хотели до дома приехать и ехали, 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 ехали всю дорогу. Вот когда-то это может просто прекратиться. И прекратиться может резко. Чтобы этого не допустить, своим глазам-то помогите. Сейчас-то. Помогите. Купите курс. И будьте спокойны в будущем, что не придется вам быть в очень неприятных ситуациях. А уже через неделю, 12 марта, восстановите, улучшите зрение, восстановите зрение. 8 марта. Подарок. Себе сделали подарок? Покупайте мой курс. Поверьте мне, отработаю каждый рубль, и вы будете довольны, довольны и счастливы. Женщинам вашим, да, кто у нас, мужчины, купите мой курс. Сделайте, подарок для них неожиданный. И они будут вам рады, и ваши отношения улучшатся с ними. Потому что у нас мы не только зрение улучшаем, мы еще и здоровье улучшаем, и вообще всю нашу жизнь тоже улучшаем на курсе. Хотел услышать ваши вопросы. Какие у вас есть вопросы ко мне? Значит, если вопросы появятся, то связь у нас через Татьяну Илюшину Маликову. Вот, значит, спрашивайте и пользуйтесь этим моментом. Первый вариант стоит также 4 900 скидка, 3 900 для льготных категорий. Первый вариант, то есть это курс. А второй, индивидуальная работа, там скидка до 8 марта она действует, и там уже нет консультации авторами. Поэтому принимайте решение. Регистрируйтесь, оплачивайте в течение суток. Это должно быть, что завтра мы уже начинаем. Спасибо вам большое за внимание. Хорошо было с вами сегодня поработать. Вот, передаю слово Татьяне. Закончилось выступление нашего первого спикера. Я думаю, что...